Старые елочные игрушки, посуды, черно-белые фотографии – эти вещи несут на себе характерный отпечаток эпохи Советского Союза. Они принадлежат участникам объединения художников «Арт-Позитив» и дополняют новую выставку картин саровских мастеров в Молодежном библиотечно-информационном центре. Все работы посвящены воспоминаниям о жизни в СССР. На отдельном стенде – портреты видных деятелей той эпохи. Помимо масляной живописи или гуаши, в экспозиции представлены рисунки, созданные с помощью туши. На выставке у нас представлены работы в технике пуантилизма. Это работы, выполненные Аллой Ёлкиной, они очень интересные. Они посвящены маркам Советского Союза. И когда вы их посмотрите, то есть вы узнаете те события, которые были. Они связаны с космосом, связаны с народными праздниками. На всех работах предметы быта Советского Союза. Те, кто застал СССР, придя в Молодежный библиотечно-информационный центр, смогут вспомнить какие-то моменты из той и другой жизни. К выставке «Арт-Позитив» готовился долго. Не все художники помнят ту эпоху. Многие в 90-е были еще детьми. Люди включали фантазию. Вот, например, у нас представлены работы в технике киносайга Ирины Поповой. Очень интересные работы, которые тоже показывают сельский быт, когда люди доили коров, косили сено. В то же время у нас колхозы очень хорошо были развиты, да, и работали, и трудились люди на селе. Выставка будет работать все лето. Посмотреть ее можно в часы работы Молодежного библиотечно-информационного центра на Московской 11 для лиц старше 6 лет. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.